нами осина. Вон там сережки видно. Нас интересует трутовик, который на ней растет. Вот трутовичок. Так он выглядит. Это трутовик ложный осиновый. Как положено, у него тут вот трещины пошли. Крепится он очень жестко, его просто так не оторвешь. Нужно усилие. Даже если оторвете, он, во-первых, маленький, во-вторых, там будет немного его совсем. То есть полезного, что вы сорвете, будет мало. Но тем не менее, если нужно несколько таких сорвать, и тогда будет какой-то результат. Сегодня у нас просто ознакомительное видео о трутовике ложном осиновом. Так что мы его сейчас рассмотрим со всех сторон.